I usually play sports with my friends. Good job. Преподаватель английского языка Инна Маркелло ведет открытый урок не в своей школе у незнакомого класса. Таковы условия профессионального конкурса «Учитель года». В этом году в нем принимают участие 35 заинских педагогов. Каждый из них проводит открытый урок для детей, которых видит впервые. Детям очень нравится участвовать на открытых уроках, потому что здесь они знакомятся совершенно с другими педагогами, которые преподносят урок по-своему, интересные уроки проходят. Учитель использует различные приемы, методы, поэтому уроки такие всегда интересны для педагогов и для детей. Как построен урок, какие новинки использует педагог, как взаимодействует с учениками – все нюансы учитывает компетентная комиссия. В ее составе руководители методических объединений, методисты, опытные учителя. Кроме открытых уроков, конкурсантам предстоит провести мастер-класс, внеурочное мероприятие. Кроме того, на результат конкурса будет влиять и наличие профессионального интернет-ресурса преподавателя. Задачами конкурса являются выявление лучших учителей нашего района, повышение социального статуса педагогических работников и престижа учительского труда. Конкурсные испытания пройдут 15 учителей-предметников, 11 учителей татарского языка, 9 молодых педагогов. Лучшие из них представят Заинский район на зональном и региональном этапах всероссийского конкурса. Гульнара Феофанова, Денис Ипатов, Новости Татарстана.